У студентов КФУ появится вновь уникальная возможность познакомиться с известными выпускниками университета. Проект «Мост» организован сообществом выпускников КФУ «Альма-Матер». Его миссия не строить стены, а возводить мосты. И вот уже совсем скоро, 16 июня в 18:00, состоится новая встреча выдающихся выпускников КФУ со студентами университета. Проект сообщества выпускников КФУ, на котором выступают с открытыми лекциями известные выпускники, которые уже засветились, так сказать, в карьере, чего-то добились, достигли. И они вот в формате открытых выступлений рассказывают о своем опыте, делятся ошибками, секретами успеха, вдохновляют студентов на новые свершения. Кто же на этот раз посетит стены «Альма-Матер»? Радмила Хакова, писатель, автор книги «147 свиданий», расскажет о своих путешествиях по миру и о том, как ищет свою любовь. О том, как проводить масштабные мероприятия, расскажет Альбина Нафигова, арт-директор кинотеатра «Мир». И завершающим будет выступление Михаила Варфоломеева, химика, председателя Ассоциации молодых ученых КФУ. Елизавета Евтефеева, Леонард Вельтьяров, Универньюз.